Смотрите, вообще отошли из радиуса, да? Оп. Риган, это опасно, между. Очень надо быть аккуратными. Так, а мне что, я тоже на соло линию идти, что ли, что? Давай Феникса достакую, короче. А, черт. Не вышло чуть-чуть, да? Прям капельку урона не хватило мне на него. Прям на единичке выжил лакер. Но зато мы его настакали. Больше, правда, ни в кого не попадали. Опасно. И все, и сюда. Что больно мне, короче. Схилат. Тираэльк тоже попали. Что Гензи где непонятно где. Отличный шанс попасть в БВ. Ну, где-то так вот, давайте дистанции держаться с ними. Аккуратненько. Аккуратненько. Так, тиральку еще одного воткнули. Хорошо. Пока неплохо. Ой, КамАЗа, ну да ладно. Да, тут хорошая идея, кстати. Так, тут взяли. Все, надо ехать на топ быстро. Желательно, конечно, забором копать здесь, ну да ладно. Так, все, поехали сюда. Керриган внизу, Тираэль внизу. Полностью здесь за нами все дело. Валду на стакле. Так, этого убили. Жопу ее недержимость, ее надо просто убить. Скана нет, жалко. Какое ограничение по возрасту на канале? Я бы песенку одну поставил. Она без мата, но жесткая. Ну, 12+, как игра. Желательно. Желательно, Гош. Нормуль, 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 нормуль. Каратель сильный, вообще хорошо. Ой-о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 й. А я вот так вот взял и обманул, да, по их же территории. Оп, еще и БВ попал. Так, ладно, лучше не рисковать и свалить отсюда.
Блин, тупит Ханзо. Все, нормально, живем, живем. По XP впереди. Чуть-чуть. Но впереди. Ну ты че, уже типа правила вообще, типа материться нельзя для стримеров. Блин, а? Такие жесткие, а? Очень жесткие типы. Блин, БВ, себе скорость вовремя дал. Есть, настакал. Так, о, нас артанец показывает, в каком смысле ты нормально. Поехали. Джаскин тоже присоединяется к музыкальному марафончику. Давайте послушаем. Так, ну ты же, по-моему, это уже ставил, разве нет? Ты меня видишь, сволочь. Да, это же было, я помню. Только, не знаю, ты ли ставил это или нет. Крутая штука. Я владелец железяк шара обратной формы. Торчу, когда адреналина втрое выше нормы. Не ты ставил, значит кто-то ставил. Кто-то вставил. Я, по-моему, может быть, Дима Лайт, я не помню. Играла. Классная штука. Там клип такой классный вообще. Очень-очень жесткий клип. Яйца мой билет, везде дойти до сути. Когда иду, о них звенит мой старый парабеллум. Приятно, когда близко к телу прилегает феррум. Тонет так без своего костюма, как шалава. Молчит, пока я зло творю налево и направо. Это не торчит, как ярко своего же бюста. Столее яйца круче, чем межреберная люстра. У меня похуй... Межреберная люстра, что это такое? Как она вообще выглядит? Мои яйца не боятся, рёва бензопил. Полировать мой биовод, кастрировать Unreal. Давайте аккуратненько сюда подойдем, вот так вот. Я владею силой. Блин, а они не дают мне стрельнуть. Ой, надо валить. Так, я чуть не понял, каратель-то не взяли, нет еще? А, да, взяли. Оп, хорошо. Давайте я пока здесь, короче. Не можно посмотреть их всех, подаль верните дети. Кто живет на дне могилы? Барон Самди. Кто его друзья? На дне могилы, кошмар. Зомби, зомби. Кто женщинам развратным нравится? Барон Самди. О, привет! Так, яки люди стрелят хай. Як життя, СК2 будет? Да, будет, Вов, только я этот... Еле украински понимаю. Это да, такой вот трек поставили. Да не я. Я владею силой. Не ношу железный панцирь.
Эх, чуть-чуть ведь и опоздал. Не ношу железный панцирь. Зато между стальные яйца. Iron Man with Iron Balls. Iron Man with Iron Balls. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. А я сколько раз умираю? Ноль? Ноль? Как-то ноль. Почему мы его не бьем? Объясните мне, пожалуйста. Ну, так бы сразу бы, да? Так, а чё, го сюда, да? Вообще, можно так-то ворота поебало поломать, ну да ладно. Я там питаю, что за трэш на заднем фоне. А, ну, песня так какая-то называется. Ты по ссылочке можешь посмотреть. Да все понятно. Да, зато карточка пошла. Против Феникса нормально вообще отыграл, кажется. Ой-ой-ой, ты себе прям в ворота зашел. Пушечку доломаем, да? Так, здесь можно пронзание брать. Жиров нету. Ну, пока мы MVP, походу, дело забираем в этой игре. Как хорошо, что Генгу W сдал, да? Сейчас бы помер бы. Ой, че эти сиригейн, вообще хорошо. Мерси. Так, а че годы в нем пока не занят? Слушай, у меня собаки-то грызут. Все, иду. Но главное, там не сдохните сейчас. Ну вот и все. А вы переживали, что меня нету в файте? Чуть-чуть не хватило нам там, да? Ну да ладно. Плюс у нас топ хорошо пушится. Ригар красиво сделал. Но, ребят, я на топе был с расчетом, что у ребят здесь все получится. Я как бы в них верил, у нас по XP чуть-чуть преимущество. Знаете, что пойду сделаю? Я пойду здесь столкну чуть-чуть. Как-то так. Да я понимаю, дайте я здесь. Все, еду к вам прям самым коротким путем, ребят. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Не успел. Отлично, выиграли. Мощненько, да? Ну чё там, СК-2? Илхера, ты еще не в группке ВКонтакте? Бро, вступай, ты все увидишь. MVP. Неплохо, да, отыграли этот матч. Ну, ребят, стандарт кубил, да. Так, а Старкаты не дальше будем катать? Вов, посмотрим. Илюхи пока нет.
Так, что, ETC давайте дадим лайкос. Пока, ну какая стабильность. Мы в первом алмазе пока первую катку только выиграли. Ну, с другой стороны, да, то, что мы сразу сливаться не начали, это тоже прогресс. Поэтому, кто его еще знает, да, может, еще и все получится. Но было бы классно сейчас в мастер выйти, прям так. Так, а не профитнее брать откат? Да, нет, не профитнее. Не в этой карте. Механика карты другая.